Заседание депутатских комиссий, председателем которого был депутат от 5-го округа Валентин Переходкин, прошло практически в полном составе. Повестка дня была представлена тремя вопросами, основным из которых было рассмотрение обращения прокуратуры Десногорска об устранении нарушений требований федерального законодательства. Прокуратура города 14.11.2019 года в Десногорск горсовет было внесено представление о ненадлежащем исполнении должностными лицами депутатом Десногорского городского совета 5-го созыва муниципального образования города Десногорск Смоленской области требования законодательства. Надзорный орган предлагает рассмотреть изменения к регламенту Десногорского городского совета, тем самым добавив ответственность депутатов за ненадлежащее поведение, в том числе самовольное покидание заседания сессии без разрешения ее председателя. Городской совет может принять по отношению к депутату следующие меры воздействия: объявить ему замечание, огласить на сессии городского совета через средства массовой информации факты нарушения норм депутатской этики и рекомендовать ему принести публичные извинения. Но в покидании зала заседания некоторые депутаты видят легитимную и признанную мировую практику демонстрации личного протеста. Так, депутат от фракции КПРФ Александр Прокопов считает ущемлением прав народного избранника запретом такой формы протеста. Хорошо. Как это так, лишать депутата протеста? Это единственное, что средство, которое есть у нас на то, чтобы обратить на мое, лично мое мнение, внимание. Тем не менее, председателем заседания было предложено прибегать к более этичным и действенным практикам личного несогласия. Мы должны не забывать то, что нас сюда выбирали люди. И здесь не личные чьи-то амбиции, не ваш адрес, я вообще говорю, по ходу, какие-то качества, обиды, может быть, они не должны влиять на наше поведение в рассмотрении ряда вопросов. Проект решения предложено вынести на ближайшую сессию городского совета. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.